Саран-саран, с вами Ариран, и это топ 10 самых красивых айдолов парней, по мнению моих зрителей. Спасибо всем-всем-всем, кто принял участие в голосовании. В общей сложности название главного красавчика вы предложили 103 айдола, и мною было учтено 480 голосов. Но прежде чем мы перейдем к десятке победителей, я покажу вам тех айдолов парней, кто в голосовании получил более 5 голосов, поскольку каждый из них невероятно красив и достоин нашего внимания. Поехали! Теперь мы переходим к десятке парней, набравших наибольшее количество ваших голосов и симпатий. Итак, десятое место. Хёншик, актер и исполнитель, участник группы GA. Девятое место. Сэхун и Вухань, набравшие равное количество голосов. Мне кажется, их связь просто нерушима. Восьмое место. Ну, красавчик из группы Астра. Если вы все еще не знаете его, то самое время познакомиться. Седьмое место. Джин из BTS, который красив везде и всегда. Шестое место. Чанёль, огненное обаяние EXO. Пятое место. Это Чимин из BTS, который, похоже, сам не до конца понимает, насколько он красив и любим нами. Thank you.
4 место. Мин Йонги, он же сольный рэпер Август Ди и рэпер Шуга из группы BTS. Белоснежная кожа, холодный нрав и пылающее сердце. И вот мы добрались до тройки лидеров топа. Эти парни не просто красивые внешне. Их безупречное обаяние заставляет смотреть на них, не отводя взгляда. Во всяком случае, так считает большинство моих зрителей. Интересно, кто они? Тогда давайте узнаем. 3 место. Чонгук из BTS – золотой макне, который на наших глазах из потешного мальчишки вырос красавца-богатыря. Второе место. Бэкхён из EXO. Парень, который знает, как завоевать сердца своих поклонников не только невероятным голосом, но и своей внешней привлекательностью. И, наконец, 1 место. Маленький принц Тэхён, Ви из BTS. Безоговорочный победитель, за которого проголосовал практически каждый третий голосовавший. Поздравляю ТТ и всех тех, кто поддержал его. Надеюсь, видео было для вас интересным, и вы не забудете подписаться и поставить большой пальчик вверх. Саран-саран, с вами была Ариран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.